Опа, увидел, увидел, увидел меня этот монстр. Да ладно, наверх, наверх, наверх. Схватил длиннющими руками. Всем привет, ребятки! Вы на канале Cool Games, и сегодня мы с вами продолжим играть в игру «Очень маленькие кошмары». Кстати, я почитал ваши комментарии и понял, что, оказывается, я играю не за шестую, а за какую-то неизвестную девочку в желтом плаще. Ну а шестая нам уже попадалась, эта девочка в такой серой одежде. И мы находимся в гнезде, куда заключают детей и делают из них куклы. Вот так вот, ребята, и вот эта девочка хочет отсюда выбраться. Кстати, многие дети пытались это сделать, выбраться из гнезда, но у них ничего не получалось. Но получится ли у этой девочки, мы уже узнаем, когда полностью пройдем игру. Ну что ж, ребята, ставьте ваши лайки и давайте уже продолжать. Нажимаю play. Кстати, мы остановились с вами, помните где? Вот в этом месте. Я уже опустил лифт, вон тот, с ящиками, с клетками вниз. И теперь я так понимаю, что мне нужно подняться снова наверх и потом по тем клеткам спуститься вниз. Потому что вот этот глаз, ну здесь нереально просто пройти сразу. Поэтому мы возвращаемся. Идем вот сюда. Оп, тише, успел. Кто не знает, если попадет свет вот этого глаза на девочку, она станет камнем. Ну вообще, на любого здесь ребенка. Итак, здесь нужно очень-очень будет быстро пробежать. Погнали, я не успел. Не так-то это все легко. Все, вот сейчас должны сделать все. Так. Глазик, давай. Сейчас все будет. Давай. Есть. Есть. Отлично. Наверх. Долазим. Так, вот, по клетке. Давай, на самый верх. Попробую, кстати, лом еще взять с собой. Не знаю, возьмется ли. Давай, лом. Нет, не светится, значит, не возьмется. Идем дальше. Кстати, а вот этот вот монстр, который на коляске на инвалидной, вы мне сказали, что это какой-то мастер, то ли ремесленник. Короче, занимается... Да, я почитал, чем он занимается. Он, оказывается, чистит одежду детей, которые сюда попадают. Вычищает из этой одежды волосы и делает из волос парики. Я не знаю, правда это или нет, но так было написано. Это ужас. Это просто ужас. Вот, смотрите, так. Так, куда свет попадает? Мы можем спуститься ниже. Давай сразу. Давай. Есть. Пух, прошли это место, идем дальше. Так, куда мы попали? Льется вода. А, вот он. Вот, ребята, вот этот ремесленник. Он что-то поливает. Смотри, он вымачивает. Да, реально, он вымачивает, походу, одежду. Жестяк, ребята, посмотреть того монстра вблизи. На инвалидной коляске. Подожди, у него руки, а ноги... Ноги просто как бы привязаны к коляске. Какие у него длинные ноги. Ладно, идем. Так. Еще умелец его там называли. Ну, то же самое. Умелец, мастер, ремесленник. А куда я иду? Наверх, да? Хорошо, пошли. Тише. Может, он хороший на самом деле? Я не знаю. Ну, что-то мне кажется, что он реально хороший какой-то. Вот это, походу, одежда детей. Он ее вымачивает, вычищает оттуда волосы, чтобы сделать парики. И здесь еще всем этим заведует какая-то женщина в пышном платье. Она просто коллекционирует куклы. Куклы, которые делают из детей. А дети, после того, как их сделали куклами, или из них куклы, короче, превращаются в гномов, ребята. Гномов вы знаете, да? Куда я попал? Здесь тоже что-то все отмывается. Так. Кнопочка. А, это ключ треугольный. Ну что, мне светится? У меня нет ничего. Мне... А, вот, подожди, вон он внизу. А как мне? Ну пошли попробуем занырнуть. Честно говоря, стрёмно туда нырять. Или что это?
Мне сразу показалось, что это пена, но это, наверное, какой-то типа сахар, соль, что-то такое рассыпано. Ну, давай попробуем. Надеюсь, там монстра нету. Нам нужно взять вот этот треугольничек. О, что такое? А что он уезжает? А что она уезжает? Не понял. А что такое? Эй, штука, а что ты ездишь-то? А кто ее вообще, кто это двигает? И что я могу сделать? Подожди. А, давайте, знаете что, загоним? Вот там лестница, я вижу. Только я не понимаю, в чем прикол. Смотрите, пошли сюда. Давай. Вон там есть лестница, возможно, с лестницы я смогу взять эту штуку. Этот ключик. Что рассыпано, я даже не знаю. Может, мука или еще что. Вот сюда. Так. Могу? Так, давай. Оно все равно убегает. Так, а если я попробую подогнать? Смотрите, вот сюда. Вот сюда, в эту сторону. То есть наоборот. Залезу по лестнице и подойду сверху. Возьму. Давайте так сделаем. Давай. Давай, девочка. У тебя все получится. Там, возможно, ном вообще бегает с этой штукой. Я не знаю. Ну, давай. Пожалуйста. Да. Изи, оказывается, все было. Да, это ном. Привет, ном. Вы писали, что все-таки их можно как-то обнять. Потом попробуем. Нужно нажать на него. Проверим это, но пока что нам нужно отсюда валить. Так, это какой-то склад, но мы идем дальше. Так, 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 я вижу сверху потайной проход. Кстати, по ходу лампы вот эти нам как-то и напоминают, что здесь есть проход, который там светится. Что за штука? Ну давай покрутим. Опа, а еще если... Нам нужны вот эти штуки, чтобы пройти по ним. Я же прыгать не умею. Интересно. Короче, нужно разбираться сейчас будет. А здесь что за машина такая? Это реально какая-то прачечная, смотрите. Центрифуги крутятся. И из одежды что-то делают. Ну, конечно, можно подумать, что сушат одежду. Но, мне кажется, не сушат они. Что-то тут добывает. Так, если я уйду, дверь закроется. Угу, угу. Конечно. Просто не будет здесь. Так, пошли наверх. Хорошо, а как дальше? Все проходит спокойно. А тогда для чего эти штуки? Возможно, потом все будет крутиться. Мы сейчас что-нибудь запустим здесь. Мне бы на самый верх пожелательно забраться. А каким образом? Каким образом я наверх заберусь? Так, здесь я спокойно прохожу. Что-то не то. Что-то не то. Так, так, так. Нужно как-то запустить вот эту машину. Или что? Как мне наверх забраться? А, вот здесь лестница есть. Не видно было. Пошли. Давай, давай. Так. Перелазим. Давай. Туда идем. Даже звук меняется, когда мы идем по вот этой одежде или что. Вот, вот оно. Но нам нужно еще сходить вот в это местечко секретное. Давай, заходи. Здесь номы балдеют в бочке. Ладно, и, конечно, шкатулка. Номики, номики. Ну, давай шкатулку открываем. Так, 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 пасхалочка какая? О, подожди, это... Подожди, неужели это охотник, который во второй части будет? Очень на него похож. С мешком на голове. Да. Ну что, номы, обнять могу вас? Или вы там, когда плаваете, не, это нереально? Ладно, балдейте, я пошел. Мне нужно отсюда валить. Теперь, ребята, бочка у нас и есть. А что-то с ней нужно, нужно ее запустить. А, и она будет катиться по вот этим дощечкам. Все, я понял. Скатится вниз, и потом я ее уже смогу поставить на ту кнопку, чтобы дверь не закрывалась. Давай.
Давай, давай. Идем вот сюда. С этой стороны поднимаемся по лестнице. Вот. Залазь, залазь. Так. Сейчас толкнем. Давай. Опа. Ну что? Где она там? Все. А теперь что? А теперь не то. Не понял. Так. Еще. Не понимаю я. Так. О! Это лючки! Понял. Открываем. Ну, давай попробуем. А теперь крутануть. Так. Да, ребят, это лючки. Туда закладывают, наверное, и белье, я не знаю, и выжимают. Вот. И теперь, по идее, открытый лючок помешает бочке катиться дальше, и она упадет вниз. Ну. Да, теперь слазим вниз и крутим бочку. Ну да, все теперь ясно. Просто была бы ручка на этих лючках, сразу можно было понять, что это лючок. А так как будто дощечка. Кусочек какой-то лестницы. Ну давай. Бам. Все, кнопка нажалась, да? Да. Мы идем дальше. Новая локация, там какие-то ванны. Да. Да, ребята, вот он. Умелец. Реально вымачивает одежду детей, которых сюда заключают. Жесть. А нам нужно как-то обойти его. Ну, как бы мне хотелось бы казаться, что он добрый. Но мне кажется, что вряд ли он добрый. Давай попробуем пробежать. Опа, увидел, увидел, увидел меня этот монстр. Да ладно, да я надеюсь, ты же хороший. Вот это он хороший, задавил своей тачкой. Так, хорошо. Там закрыто, видите, трупы. Трупы, хотел сказать. Вернее, сказал трупы. Трубы там. Мне нужно как-то пробежать очень быстро. И залезть наверх. Давай. Все, давай, 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 давай. Быстрее, быстрее, быстрее. Давай, давай, давай. Наверх, наверх, наверх. Схватил! Длиннющими руками. Не знаю, успею я или нет. Погнали. А может как-то красться здесь можно? Давай. Давай, давай, давай. Нет. Он ездит на коляске. Мне нужно как-то преградить ему путь. Подойдем сюда к ведру, например. Можно взять что-то, нет? Ничего такого нету здесь. Залезть тоже не могу. Тут он меня увидит, да? Конечно, сразу увидел. А, смотри, смотри, я его отвлек. Он не может там проехать. Эй! Ага, понял. А я здесь могу пройти. Все, все. А здесь я не могу, да? Здесь я не могу. Поэтому просто валим. Все, я понял. Катайся там дальше. Валим, валим. Давай, успею, успею, успею. Да. Ух. Ну что, ручонки не дотягиваются? Хоть они такие длинные. Ну что, теперь мы знаем, что этот монстр ни капельки не добрый. Мне кажется, здесь вообще никто не добрый, кроме детей. Вот, а вот это волосы так висят, сушатся, реально делают парики. То есть, вот этот монстр с длинными руками на инвалидном кресле, он вымачивает из одежды волосы, то есть вымачивает там, как-то собирает волосы, которые есть в одежде. Одежда — это детей, которых сюда заключают, а из этих волос делают парики для кукол. Вот такие ужасы, ребята, этого места. Идем. О, нет, он здесь! Ты чё бешеный такой? Да ладно, да ладно. Вот так вот.
А что мы можем сделать? Что мы можем сделать? Сейчас прилетит. Может, мне нужно быстро что-то делать? Сейчас посмотрим. Как только я начну спускаться, он прилетит, да? Ну да, да, он сразу залетает. Давай, 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 убегаем. А, нужно дождаться, и он свалит. И он слепой или... Тише, тише, нет. А как? А, короче, он же слепой. Ну, не знаю, может, он не слепой, но он, по крайней мере, меня не видит. Поэтому, пока он переезжает, я должен буду перебежать. Так, давай, смотрите. Он сейчас переедет. Тише, 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 тише. Откуда он чувствует, что я здесь? Сейчас обратно переедет, да? Угу, понял. Значит, нам нужно максимально дальше уйти. Вот так. Сейчас он сюда приедет. О, не, уехал вообще. Уехал. Шо? Куда он уехал? Что-то стрёмненько, если честно. Идем дальше. Опа, а это что за... Шкуры какие-то, кожа чья-то. О, куда я упал? Плитка ломается. Я понял. Мне нужно идти только по плитке вот целой. Здесь какая-то мастерская, видите? Я надеюсь, что это кожа не детей. Я не знаю, где они берут ее. А может быть, ребята не снимают кожу с детей? Делают куклы, например. А дети же становятся гномами, укутанные бинтами. Мне не хочется в это верить, но походу это так. Идем. Нет, нет, нет. Фу. Так. Ужас, ребята, ужаснейшее место. Че не идется? Ну? Давай. На выход. Эй, а че там, выхода нету? А вон наверху. Так. Смотрите, ном сидит, слышно по звуку в клетке. Нам нужно его будет как-то освободить. Наверное, вряд ли. Но попробуем. Это что за место такое? Вон дети! А, куклы! Это куклы уже. Вон в коробках. Жесть. Так, куда идти? Куда тут идти? Так, вот сюда и можно. Хорошо. Смотрите, вот сюда сейчас, наверное. Вот сюда? Нет? А как нет? Опа. А, понял. Можно что сделать. Вот это нам и поможет штука. Идем сюда. Сюда. Наверх. Так, так, так. Ну что? Есть, освободили. Освободили номика. Так, что-то он там... Идти его обнять нужно или что? Давай, давай. Живой он хоть с такой высоты упал? Пошли посмотрим. Опа. Опа. Пачки, ребята. Что в шкафу? Как нам открыть шкаф? Ном, ты где? А, у него были... Он застрял так? Все, ты свободен. Короче, я Нома спас, но ключ вот здесь. Вот это ключ висит или что это? Давай посмотрим. Нет. Ага, я могу сюда и вытащить дощечку. Понял. Спускаемся вниз.
А что в шкафу? Так. И еще один. Ну все, освободил. Можно я вас обниму? Смотри, они стоят на плитке. Лучше я не пойду. Треснутой. Я провалюсь. Если я подойду к ним, наверное. Попробуем? Нельзя. Все, уходим отсюда. Если это возможно, конечно. Ага, уходим. Каким образом? Каким образом отсюда идти? Но мы. Давай вот сюда. Точно провалюсь сейчас, но возможно. Так и надо. Да, так и надо. Мы вместе все поломали. Они мне подсказывали, куда идти. Если бы я их не освободил, я бы и не знал. А куда? Они сюда убежали, но мне нужно в другую сторону. Так. И что-то никуда здесь не идет, если честно. Эй, а что не идется? Жму везде. Ага, понял, куда. А, вот теперь я сюда попадаю. Понял. Вот, мы здесь были. А, лампа горит. Возможно, здесь, здесь есть тайный проход, нет? Или впереди будет еще? Нет тайных? Нету пока. По трубе наверх. Вот оно как. Я бы не подумал, что по ней можно ползти. Давай, давай. Так, так, так. Сейчас я... Вот эта штука упадет, и кто-нибудь придет, нет? Хорошо, что никто не пришел. Ладно. Вот сюда нам. Так, это вентиляция. Идем сюда. Ой, страшненько здесь. Мне уже становится, потому что никогда не знаешь, что в конце этой вентиляции. На другом конце. Опа. Коробку. Умелец пришел. Эй! Он забрал нас вместе с коробкой. Девочку. Так, лифт. Он загрузит коробки, смотрите, он сюда не поместится. А, вот он уже загрузил, выходим. Опа, опа, опа. Бамс. Ух, нам повезло. Так. Так, так, так. Что это за место? Кнопочка, вы видите, есть. Ну, мне бы наверх. Ну, наверх еще попробуй проберись. А вот это что закрыто? Опа, это что за сундук? Ном. Это было страшно, я вам скажу. Неожиданно. Сюда я не могу пройти. Угу. Давай сюда еще подойдем. Опа, стульчик. Неплохо. Вот кнопка. Классно сделаны предметы, все вот эти вот... Падает, все классно, звуки. Нажимаем. Отлично. Идем сюда. А, наверх мы куда, значит, туда пройдем, через ту комнату как-то. Потом ту дощечку бросим вниз. Не вниз, а на другую сторону. Лампа. Такая себе. На самом деле, вот это нужно подкатить. Воу-воу-воу. Угу. Хорошо. Дальше. Вот сюда. Да, сейчас мы окажемся наверху. Тише. Ну вот это все падает. Классно сделано. Для мобильной игры очень круто. Для атмосферы. Идем. Идем просто сюда. Смотрите, сколько часов. Сколько здесь часов, ребята. Здесь, походу, будет что-то новенькое. Какой-нибудь, возможно, даже новый босс. Да! Да! Он летает? Что?
Это типа телекинез у него, или как называется? Он управляет, смотрите, мыслью. Как будто дверь открыл, даже не трогая ее, и вообще летает. Ладно, ребят, давайте тогда на этом мы закончим нашу сегодняшнюю серию. А уже вот этого нового монстра, как его назвать, мы уже будем изучать следующий. Поэтому, если вы хотите, чтобы побыстрее вышла новая часть, то не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Все, ребят, всем удачи, до новых встреч и пока-пока.